А сегодня говорят, что потеря сознания раз, даже раз при мне было, два раза при мне. И я так, у меня как я нету аппарата. Нет, ну, нет, я руку на пульс слышу редко я очень. 30. А я думаю, почему ждать буду? Я сразу атропин. Раз атропин, второй раз. Две ампулы дала атропин. Две, наверное. Как бы полегчало. Ага. Как вы себя чувствуете? Ой, плохо. Очень плохо вам. А что болит вас? Сердце стоит. Сердце стоит, Аня. И дышать плохо, да? Да, тошнит. Мы капсулы здесь снимаете? Нет, только стандартные. Только на руки и на ноги. Угу. Только на руки и на ноги. Главное, что я понимаю, сатурация. Что вы? Сатурация 92. 90. 92. Пульс 31. Пульс 31. 31. Вставляет 4 литра сердца. А ты пьешь как раз? Болит сердце. Печет. Болит печет. И пульс 31. Атропина, да? Атропина вы сколько уже впустили? Две ампулы уже дала. Две ампулы уже дала. Я могу еще. А 4 только. Как вы меня слышите? Как вы меня слышите? Где мой недокин? Докин? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Я еще хочу один атропин спустить. Хорошо, хорошо. Я еще один. Хорошо, хорошо. Меня приготавливают все. Хорошо. 31, видите? 31. Ребс, пожалуйста, вот что вы видите. Ситуация изменяется или нет? Успокойтесь. Постараемся все сделать как лучше, успокойтесь. Давай, аккуратно, самую. Нет. Нет. Я, ну, пунктируйте, пожалуйста. Я просто. Я смотрите вас. Не надо, не надо. Атропин. Сколько? 1 миллиграмм. Хорошо, куда? Вену. Хорошо. Вену. Не затягивайте. Хорошо. Фиксируйте. Не надо, вену не надо. Вы очень легко все делаете, все будет хорошо, да. Какие вы сами лекарства пили вчера, сегодня? Какие? Тут все есть. Есть тут? Да. Какие лекарства? Атропин впустила, да? Да. Записочка. Это записочка. Это записочка. На записке читаете. Вот, читаете. Это у нее. Атропин впустила. Понимаете? Эналаприл, аспирин кардио. Атервастатин и бисопролол. Ну, Пожалуйста, сколько теперь дышит она? Сколько сатурация? 2, сатурация 94. Какое давление? Померила давление. Дай давление. Дайте руку. А как слышите меня? Слышите? Слышите нас? Она включается просто. Несколько секунд. Давление 90 на 60. 90 на 60. Фентанил. Хорошо? Пускаем от горла. Вдох, выдох, спокойно. Немножко голову. Не, все. Поправить, да? Не надо. 50. Не, я говорю, шприц не надо. 50 микрограмм. Хорошо. Поправим немножко, да? Немножко. Правильно? Хорошо. Чтобы голова была не так вот. Хорошо. И приятно. Спокойно. Немножко вы подождите, мы вам поможем. Хорошо? Вы дышите, кислород немножко. Электрокардиограмма. Хорошо. Смотрим на мониторы. На мониторе пульс 31. 30 вот здесь, на скорости 25. Да, отключилась опять у вас. Спокойно. Отключилась и приходит в себя. Отключается и приходит в себя. Какую?
Зрачки у нее симметричные. Симметричные. Реагирует на свет. Реагирует нормально. Я делаю глюкоз. Что глюкоз? Глюкоза. Глюкоза 110. Кожа мокрая. 83. 83. Нормально, вот так как видите, все нормально. Это нет, вот это ЭКГ. Аспирин она принимала сегодня? Да. Сколько давления теперь? 90 на 60. 90 на 60. Спокойно, спокойно. Она принимала нитроглицерин, немножко легче стало. Ее просто сердце выпадает в ритм, она переживает. Говорит, редко бьется, очень редко, не слышит этого. В голове начинает крутиться, и она вываливается. Начинает мы крутиться. Начинаем кардиостимуляцию. Начинаем кожу еще сюда переходить. Друзья, на кардиостимуляцию, пожалуйста. Сюда. Где? 10 миллиграмм в вену. Хорошо. Даю. На мониторинг включайте. Включайте. Но у нас просит все. Она не хочет показывать монитор. Хорошо, я включаю. Я делаю до 70 амперов и 70 пульса оставляю. Сделаю 70, наставлю на 70 пульс и понемножку амперы. До скольки? До того. Появился шпик, Ну еще вот будете увеличивать? Нет, шпик, не будет. Шпик, только что шпик. Что это шпик? Шпилька. Шпилька, разряд есть. А все равно ритмос? Ритмос. А, ритмос? Ритмос. Ритмос. На что еще? Витя, помоги. Подхватил ритм. Подхватил ритм. Ну, и это будет около 70. Хорошо. 70. Хорошо. Все, я оставляю и присматриваю. Оставляете так? Ничего больше не проверяете? Ну, ЭКГ проверяю. Не, ну оставляете. Посмотрели, есть ритм. Все. Да. Хорошо. Нет, чтобы он был 70. Есть 70. Амперы до того. Ну. Хорошо. Ну, я оставляю, присматриваю ЭКГ, везду, смотрю, чтобы она не чувствовала боли, все, и стимулирую, все, в больницу позвоню, говорю. Какая причина, почему вы это делаете, какая причина? Нестабильная брадикардия. Хорошо, хорошо, и по кардиограмме что? По кардиограмме ишемия. Так, ишемия, хорошо, куда вы ее ведете? В кардиологический центр, чтобы стимулятор сделать. Потому я ее хорошо, хорошо. Хорошо, все, ваше время вышло. Молодцы. Спасибо.